Также в Кизляре насмерть сбит пешеход. 44-летний житель Тарумовского района, управляя автомобилем «Лада Приора» на улице Аэродромная, наехал на 31-летнего мужчину. Молодой человек переходил проезжую часть дороги в неположенном месте и, по предварительной информации, был нетрезв. От полученных травм пешеход скончался в Кизлярской больнице. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.